Да. Контент, который мы заслужили. И всем привет! Сегодня поговорим о популярных эффектах видео. Посмотрим, как они устроены, какие алгоритмы там используются, и поехали! А первый эффект называется сим-карвинг. Вы, возможно, его много раз видели во всяких мемах. Кстати, непривычно видеть этот эффект без изменения голоса, там всегда меняют голос. Этот эффект делается нажатием нескольких кнопок в фотошопе. Но мы тут явно не ради этого собрались. Вообще, этот эффект был придуман в 2005 году, и авторы получили за него много разных наград, и это вообще очень крутой эффект, но изначально он использовался немножко для другого. Сим-карвинг позволяет уменьшить фото, убирая ненужные места, но оставляя нужные. Давайте посмотрим, как это работает. Алгоритм сначала убирает менее важные части картинки. Поэтому если я возьму вот такую вот фотку с акулой, то он сначала будет убирать левую часть, потому что там ничего особенного нет, там просто белый фон. А происходит это так. Сначала мы берем фотку, потом мы определяем края на этой фотке. Это делается очень просто. Мы берем для каждого пикселя, находим разницу между этим пикселем и средним цветом окружающих пикселей. Если разница высокая, то красим этот пиксель, например, в светлый цвет, а если разница низкая, то в темный. Дальше нам нужно найти такой кусок картинки, где мы сможем пройти сверху вниз, максимально обходя все эти края. То есть нам нужно сделать что-то вроде алгоритма поиска пути, который используется в играх. Для этого мы стартуем из каждого пикселя, например, снизу, и движемся вверх. По пути просчитываем, какое количество краев нам нужно пройти для того, чтобы попасть в каждый из пикселей. Чем сложнее попасть в пиксель, тем более светлым он будет на картинке. Так как мы шли снизу вверх, то вверху у нас получаются финальные точки маршрута. И в каждом пикселе сохранено, как сложно до него добраться. Находим вверху самый простой пиксель. И идем из него вниз, тоже выбирая самые простые пиксели. Таким образом, у нас получается путь сверху вниз, по самым простым пикселям. То есть это область на картинке, которая содержит меньше всего информации. Дальше эту область мы просто вырезаем из картинки. Ну вот и весь алгоритм. Дальше нам нужно его только повторить много-много раз, и таким образом мы будем постоянно вырезать части картинки. Таким образом, мы как бы сужаем картинку по ширине. Но если мы будем делать то же самое по горизонтали, то картинка будет сужаться уже по высоте. А еще мы можем чередовать это, то есть сужать картинку один раз по ширине, потом один раз по высоте, потом еще один раз по ширине и так далее. Таким образом, мы сможем сжимать картинку уже по всем сторонам сразу. Ну и конечно же, мы все то же самое можем применить и к видео. Для начала находим края на видео, затем мы находим вот эти вот пути снизу вверх. И по этим путям уже находим, какой из этих путей будет кратчайшим, его и вырезаем. Вырезаем много-много-много таких путей, и видео постепенно сокращается. Вообще интересно, что игры содержат в себе столько много разных алгоритмов, которые нужны абсолютно в разных сферах программирования. Кстати, с 1 февраля школа XYZ School запускает курс по программированию. Курс не для новичков, а для тех, кто уже знает программирование и хочет хорошо разобраться именно в геймдеве. Курс ведет Александр Балакшин. Он внес значительный вклад в сезонные обновления для Tom Clancy's Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика и лида геймплейной команды. Большую часть своей карьеры он делал шутеры, поэтому рассказывать будет именно о них. На курсе ты будешь реализовывать основные механики шутеров, узнаешь, как работает стрельба, перемещение, сетевая репликация, искусственный интеллект, и сможешь все это создать на C++ с Unreal Engine. Там будут всякие интеллекты ботов, рейкасты и другие пространственные проверки, так что можно будет как раз освежить знания математики. Ну и полученных знаний может хватить даже на то, чтобы написать свой движок, ведь все они устроены похожим образом. Студенты XYZ School устраиваются в Spirasoft, Saber, Mycom, Digital Forms и другие студии. В общем, если хочешь перенять опыт работы в индустрии AAA игр или сделать свою собственную игру, или все это вместе, то записывайся на курс по ссылке в описании. Курс начинается 1 февраля 2021 года и длится 5 месяцев. А сейчас давайте посмотрим на один из моих самых любимых эффектов. Он называется Data Moshing. Это даже не просто какой-то один эффект. Иногда это называют целым направлением в современном искусстве. А суть его заключается в том, что нужно правильным образом сломать видео. То есть нужно испортить определенные кадры так, чтобы это еще и было красиво. А сделать мы это можем благодаря тому, как именно хранится видео на компьютере. Дело в том, что если мы будем хранить разные кадры в виде отдельных картинок, то весить оно будет очень и очень много. Даже если мы будем использовать картинки в формате JPEG, который уже довольно сильно сжат, то видео может весить раз в 5 больше, чем оно действительно весит обычно. Потому что в видео сжимается не только каждый отдельный кадр, как картинка, но
и несколько кадров в целом. Кадры в видео делятся на разные типы. Во-первых, существуют iframe, то есть ключевые кадры, они же опорные, они же внутри закодированные кадры. То есть кадры, которые внутри себя содержат настоящую картинку, например, JPEG. Еще есть p-фреймы, они же разностные кадры. Они содержат в себе не всю картинку целиком, а лишь изменения по сравнению с предыдущим кадром. Вообще в современных кодеках используется еще много разных типов кадров, но сейчас нас больше всего интересуют как раз iframe, которые содержат в себе полную информацию о кадре, и p-фреймы, которые содержат лишь изменения. Когда видео кодируется, выбирается, какой именно кадр нужно вставить. Iframe вставляются только тогда, когда в кадре происходят какие-то большие изменения. А если мы удалим этот iframe, но не перекодируем видео, то оно начнет рассыпаться. Потому что следующие кадры содержат в себе изменения к предыдущим кадрам, но если мы удалим предыдущий опорный кадр, то изменение кадра получится не то, которое мы ожидаем. Еще один популярный прием в датамошинге заключается в копировании p-фреймов. Если мы возьмем p-фрейм и продублируем его, то у нас продублируется и разница, то есть разница повторится два раза. Но мы можем повторить его и 100 раз, и тогда разница тоже будет повторяться 100 раз. И да, вот этот вот эффект датамошинга был известен очень давно, но он обсуждался тогда на каких-нибудь более узкоспециализированных тематических форумах, а сейчас именно из-за ТикТока он внезапно стал супер популярным. Ладно, давайте перейдем к чему-то более простому. А именно вот этот вот эффект с линией, возможно, тоже видели его много раз. Алгоритм простой, просто для некоторых пикселей перестаем их обновлять, ну и все. На этом эффект заканчивается. Но интересно тут то, что когда камера делает фотографию, она тоже делает ее не моментально. И там тоже есть такой же эффект линии. Поэтому, когда снимают, как крутятся лопасти у самолетов, иногда появляется такой вот интересный эффект, как будто они появляются из какого-то другого измерения. То же самое можно повторить с помощью этого эффекта линии и спиннера. Помните, когда-то в 2017 году были такие штуки. А следующий эффект — это вот этот вот. Когда-то я его увидел у Фу-52 еще до того, как он был во всяких мемах, вдохновился этим его видео, решил повторить, сделал программу, которая реализует этот эффект, но в ней получилась куча багов. С того времени я ее не переписывал, получается сейчас я тоже использую вот ту старую программу, которая содержит в себе баги. То есть я делаю алгоритмы, которые должны в видео добавлять баги, но в этих алгоритмах в самих содержатся баги. Но в таком случае, наверное, это уже можно считать фичей. И вот этот вот эффект, который сейчас называют покадровый сдвиг, а раньше я даже не знаю, было ли у него какое-то определенное название, устроен довольно просто. Мы просто берем пиксели с разных кадров. От номера текущего кадра отнимаем высоту пикселя и берем пиксель с соответствующего кадра. С одной стороны, это просто, но сложности начинаются в том, что нам нужно хранить для этого много кадров. И все это требует очень много памяти. Поэтому этот алгоритм обязательно нужно оптимизировать. И тут он уже оказывается не таким простым. А еще проблема в том, что если каждая строчка пикселей отстает на один кадр, а всего таких строчек в Full HD видео 1080. То есть нам нужно 1080 кадров, чтобы видео дошло сверху вниз. А это почти минута. То есть нижняя граница кадра будет почти на минуту отставать от верхней границы кадра. И тут сразу напрашивается оптимизация двигать не по одному пикселю, а сразу штук по 50. И тогда, во-первых, эффект ускорится, и эффект будет доходить с верхней границы экрана до нижней всего лишь за секунду. А во-вторых, нам не придется хранить постоянно в памяти такое огромное количество кадров. Правда, из-за того, что эффект мы такой применяем к этим блокам, то получается у них четкие границы, это немножко странно выглядит. Даже в популярных приложениях с этим эффектом почему-то видны границы между блоками, хотя мы всего лишь можем добавить интерполяцию между цветами, то есть постепенно переходить от одного цвета к другому, и тогда такой проблемы уже не будет. И теперь бонусные эффекты от меня, которые я еще не видел ни в каких программах, но может быть однажды они там появятся. И первый такой эффект — это фрактал. Я когда-то его уже показывал в видео про комплексные числа. Интересная его особенность заключается в том, что он вычислительно очень простой. То есть он будет очень легко работать на любом телефоне. Просто некоторые из предыдущих эффектов были довольно тяжелые вычислительно, и не на каждом телефоне они будут хорошо работать, или нам нужно сильно уменьшать разрешение, как обычно делают многие приложения. В то время как этот эффект очень легко вычислить, его можно выполнять в полном разрешении. И последний эффект на сегодня. Смотрите, когда-то в видео про квантовые компьютеры, а еще в видео про клеточные автоматы, я показывал такой вот эффект симуляции волн. А что если мы эти волны будем применять на картинку? То есть нам нужно будет три вида волн. Одни для красного цвета, одни для зеленого и одни для синего. Яркость каждого цвета считаем за высоту волны и просто запускаем симуляцию с волнами, и картинка начинает расплываться. При этом интересно, что почему-то объекты, которые
которые повернуты горизонтально, они расплываются как-то вертикально, а объекты, которые расположены вертикально, они расплываются горизонтально, а более круглые объекты расплываются как-то во все стороны кругло. Ладно, давайте на сегодня пока все, а то уже глаза устанут смотреть на все это. Ну и всем пока. Пока.